Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Осман. Осман. 35 лет. Угу. Гражданин Казахстана, живу в Узбекистане, по нации азербайджанец. Ого! Это такой вот микс. Смешение. А чем вы занимались до 35 лет? Вокал. С 8 лет пою. Расскажите о себе, о своей семье. Сколько у вас детей? Вы женаты, не женаты? Я женат, у меня 5 детей. Серьезно? Да. Мой сын анкету заполнил, я об этом даже не знал. Когда мне позвонили... Да вы что? Да. Он тоже поет, очень много песен знает. Сын решил за папу. Вы готовы? Да, конечно. Ну, давайте, мы готовы вас послушать. Море вернулось говором чая, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса маны вместе с собой. Большой молодец, боже мой, когда эта песня началась, вы знаете, у меня такое ощущение, как будто вы мои мысли читаете, потому что Магомаева все песни я обожаю, я очень люблю его песни, а именно эта песня, она моя самая любимая. Чувствуется, что вы очень любите петь, и поэтому с детства пели, занимались, но вы еще бы занимались бы по вокалу, учились бы, мне кажется, вы бы еще лучше пели. И очень приятно голос. Молодец. Я говорю вам да. Спасибо. Конечно, вы меня сегодня не удивили, но я хочу вам дать шанс, поэтому я говорю да. Спасибо. Осман, у вас 3 да, потому что я тоже вам говорю. Спасибо. Да. И добро пожаловать в наш следующий тур. Увидимся с вами в следующем туре. Спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.